Богатый потенциал Баянаульского района Павлодарской области открыл широкие возможности для развития лечебно-оздоровительного, спортивного и экологического туризма в регионе. Так, целый ряд природных и культурно-исторических достопримечательностей вошел в Баянаульскую курортную зону. Она вместе с 9 другими турцентрами страны включена в состав туристической карты республики. Отдыхающие отмечают особую красоту гор и озер Баянаула. Последние годы здесь активно развивается экологический, познавательный и спортивный туризм. Разработано около 20 маршрутов по территории национального парка. Очень нравится. Когда здесь проводишь отдых, зимой не болеешь. Все мы пожилые люди. Проводим лечение заболеваний суставов, артроза, остеоартроза. Горнолыжный комплекс «Мырзашока» привлекает туристов в зимнее время. Здесь на средства предпринимателей на высоте 800 метров над уровнем моря строят канатную дорогу. Выделено 300 миллионов тенге. Уже завершено 70% работ. По оценкам специалистов, уникальный комплекс за сезон обслужит около 50 тысяч человек. Ведется строительство пунктов проката лыж, медицинского обслуживания и столовой. На эти работы из областного бюджета выделено более 28 миллионов тенге. Недалек тот день, когда в Баянаул можно будет прилететь на самолете. Благодаря госсубсидиям в направлении курортной зоны станут курсировать рейсы из Павлодара, Алматы, Астаны и Караганды. Стоимость проекта 240 миллионов тенге. Раньше здесь была 700-метровая грунтовая полоса. Сюда прилетали кукурузники санавиации и для нужд народного хозяйства. Сейчас строится аэропорт и взлетно-посадочная полоса длиной 1200 и шириной в 21 метр. Кроме Баянаула, в списке туристских зон, развивающихся при поддержке государства, Алаколь, горный кластер Алматы, Боровое, Мангистауский рекреационный комплекс, Древний Туркестан, историко-культурный комплекс Улутау, Чарынский каньон и озеро Балхаш. Цель – соответствие курортных зон международным стандартам. Алибек Байшуленов, Ахмарал Исимханова, Марат Игликов, Самат Оспанов, Павлодарская область, Хабар-24.